Это главные новости в студии Алексей Сигаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Расширят ли историко-культурные границы Петербурга? Георгий Полтавченко внес предложение присвоить городу на Неве статус исторического поселения федерального значения. Не перебегайте пути перед близкоидущим поездом. Помните, что поезд остановить невозможно. Берегите свою жизнь. Со скоростью 100 км в час. Как сделать железнодорожные пути безопасными и что может остановить нарушителей? Мы должны навести здесь, в том числе и на нормативно-правовом поле, жесткий порядок. Заседание начали с опозданий. Говорили о помощи сербам и нелегальных жителях Петербурга. Сколько мигрантов и квот на рабочую силу насчитали депутаты законодательного собрания? Мы представляем из себя просто не столько самостоятельный творческий коллектив, сколько вообще дверь в культуру. Возраст которой ни много ни мало 4000 лет. Легендарный рок-коллектив «Аквариум» готовится отметить юбилей на сцене БКЗ.